Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала Афро Манго Мукбанго. Ну что ж, опять бутербродики. Хлеб. Столовый, кетчуп, майонез, горчица и кусочек шеи свиной. Потом добавки, если захочешь. Ну да, не очень соленая, хорошая. Сочная. Мало соленая. Да, действительно мало соленая. А то так насаливают, что невозможно есть. Благодарю всех новых подписчиков, которые подписались на наш канал Афро Манго Мукбанго 20 июля 2024 года. Сегодня не будешь писать выпуска? Нет. Четыре часа дня. Это точно. Ого. 23 градуса. Это сейчас? Угу. Ну, пока дождя нет. Пока. Нормально. Ага. Нормально. Но скоро будет. Да. Со стороны Балтики надвигается атмосферный фронт. Ну, с этого самого. Финляндия. Финляндия, да. Финляндия, Норвегия. Скандинавский полуостров. Да. Со Скандинавией, можно сказать. Угу. Сегодня-завтра будет. Такая погода. Угу. Отрезать? Да, еще один кусочек отрежь, пожалуйста. Ух, это тоже летает.
Тут как тут? Маленькая. Горчички еще надо? Горчички. Да есть у меня еще. На хлебе есть. Ну-ка, спасите. Нет, я не могу на хлеб положить. Горчички еще не надо. Есть там на горчице на хлебе. Нет, еще хлеб надо? Еще хлеб, да. Ну так я про это... Один кусочек. Я про это спрашивала. Горчица? Да. На хлебушку. Угу. Кетчупом намазать? Ну, вкуснее будет. Ну, намажь. Кетчуп шашлычный, Махеев. Да? Горчички еще? Давай еще горчицу. Я спрашивала. Ничего страшного. Так это понятно, что ничего страшного. Все же рядом. Я поняла. Себе. Вчера об этом по телевизору говорили. Рассекретили материал о покушении на Гитлера в июле 44 года. Последнюю строчку прочитал? Да. Последняя строчка тоже. Да, да. Я вижу. Листериоз, а что это? Я не знаю. Это же какое-то заболевание. Я тоже не знаю. Видишь, погибают даже люди. Чего себе? Вторая строчка снизу. Да. Последнюю строчку прочитал? Да.
слишком светло. Дальше, мам, да? Дальше. Бублик отрезать. Бублик. Да. Наелся. Сытно, вкусно. Конечно, вкусно. Да, они дезертировали. Причем пьяные. Ну что, сяду в тюрьму. Это за 10 тестов в тюрьму сажают. Потому что... как сказать, нарушение закона. Дальше. Все было очень вкусно, ну, спасибо, мам. Привысила, у кого-то нет. Да. Средняя зарплата — это и средний класс. Угу. Мы с тобой не относимся к третьему классу. То есть к среднему классу. Водичка обычная. Ой, хорошо. Ой. Колбаски еще хочешь? Не, все. Не хочу уже. Настолько сытно, что уже больше ничего не хочется. Угу. Шея, да. Сытная, сочная, свежая. Да. Малосоленая. Малосоленая, да. Действительно. Все было очень вкусно. Спасибо вам. Такой был маленький, коротенький мукбанг. Прикольно.
приходите на трансляцию, которая будет сегодня в 18:00. Не надо было это говорить. Да? Потому что я не знаю, когда видео выйдет. Либо... Вот это? Да, либо сегодня, либо завтра. А при чем здесь трансляция? Трансляция идет совсем другое видео. Нет, ты просто скажешь, а видео, допустим, выйдет завтра. Ну, допустим. А, вот как. Да. Обязательно сегодня сделать. Чтобы вышло сегодня. Давай тогда заканчиваем. Да, заканчиваем. Все, подписываемся на канал, ставим большие пальцы вверх, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Желаю вам здоровья, счастья, удачи и всего самого хорошего. Не болейте. Я так и знаю, что это.